Всем привет, мои дорогие! Всем привет, мои бесценные, мои драгоценные! Вы на канале Дневник Домохозяйки, и с вами я, домохозяйка Алла. Это мой новый экспонат для моей коллекции. Кто со мной, те знают, что у меня есть коллекция. Просто когда вчера мы были в гостях, кто смотрел мой вчерашний влог, я имела неосторожность спросить про чайник у своей одноклассницы. А почему имела неосторожность, вы потом поймете. В чайнике мне, конечно, не отказали. Вот такого забавного котика. Чайник в виде котика. Вот здесь вот чаек льется из мышки, которую он держит. В общем, такой симпатяга. Чайничек. Вот он такой чайничек. А сейчас вы поймете, почему я имела неосторожность спросить про чайник. Оп, вот у нас еще один экспонат. Всем привет! I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. We can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no. О, еще экспонат. Попросила не шуметь и дать мне снять. Дали мне снять. Ну, в общем, я жду гостей. Там еще будет пирог. Сегодня влог такой небольшой. И сразу будем вам говорить до свидания. Оставайтесь с нами на канале. Ждем с вами встреч. Пока-пока. Жду гостей. Испекла пирог. Это пирог еще из нашего детства. Называют его по-разному. Папка, помню, звал негр в пене его. Почему-то я не знаю то, что... А мама его называет гость на пороге. Вот. Кому рецепт нужен, пишите. Напишу. Ну, я думаю, что многие хозяйки знают про этот пирог с вареньем и со сметаной сверху.